Девочки, доброе утро. Бегу в магазин. Снега нападало. Куча кучская. Кучская. Кучинская. Короче, очень много снега. И, скорее всего, мне сейчас проще быстренько пробежаться до ближайшего магазина, чем разрыть машину, потом выехать. Плюс дороги, естественно, еще нормально не почищены. Поэтому, короче, пробежимся с вами с утречка по снежку за кошачьим дополнителем. Важно, это важное, необходимое, короче, это важная необходимость в моем доме. В общем, побежали. Хрустит снег, да? Смотрите. Красота. Пока еще не надоедшая. Ребята убирают. Тут вот немножко убрали. А там между домами проезжую часть не очень. Поэтому пойдем прогуляемся пешочком. Погода хорошая. Солнышко. Красота. Наверное, камера не передаст, но снег прям блестит. Ладно, пошли. Тут вообще месиво на дороге. Хрен с можно выехать. Хрен с два. Уже зима-зима. Зимушка-зима. Тут только эти почистили торгового центра. Вот это. Видите, какие-то поликлиника, что ли. Почта переехала у нас временно. Мне нужно будет скоро на почту. Поэтому поедем ее потом искать. Так, ну что, я дошла. Так, я дома, грею борщик. Сейчас делаю себе салатик. Апельсин надо съесть, потому что ну, цедру с него я содрала, а сам апельсин нет. Так что... Правда. Котиком все поменяла, покормила. В общем, можно спокойно начинать рабочий день. Проветрим немножко. Погода хорошая. Солнышко. Сколько же градусов-то? Ой, плюсовая, что ли? Да вы что? Да вы что? Ну, в общем, с удовольствием прогулялась. Можно теперь и пообедать. Слушайте, что я на плюс-то меня тянет? Минус 8, конечно. Минус 7, минус 8. Ой, так, ладно. Что? Котики, бормотики, салатик мой готов. Борщик готов. Апельсинчики готовы. Хлебцы у меня еще. Ну, в общем, короче, пир горой. Даже шоколадная паста при желании. Все, всем приятного аппетита. Если кушаете, мне тоже приятного аппетита. И... Я кушаю и в работу. Дуся, Дульсинея. Ушла из кадра. Ну что, я продолжаю украшать хатку. Смотрите, повесила веночек. Это интернетовский шнур. Да. Однажды я разберусь и с этим. Вот такой вот у меня веночек я делала в прошлом году. Видео, по-моему, есть. Да есть наверняка. Вот, чудесненько сюда повесился. И вот еще один тоже веночек. Тоже я сама делала. И тоже видео есть. Вот такой вот с Дедом Морозом.
Ну вот как-то так. Я повешу, конечно, скоро лампочки. Я все-таки решила их вешать вот сюда. Но, блин, вы же понимаете, мне надо повесить вытяжку. Все, на что меня сегодня хватило, это сделать разметку. Вот здесь дырочка и вот здесь дырочка. Все, я не могу. Я не могу, у меня нет сегодня ни сил, ни желания. Потом время уже сколько? Начало 8-го, я боюсь, я сейчас начну сверлить, меня проклянут соседи. В общем, как-то так. Пока вытяжки нету, но однажды она будет. Дульсинея. Чего вы пришли? Ужинать? Рано. Рано, красота моя, еще рано. В 9 я вас покормлю. Чтобы вы ночью спокойно спали, а в 4-5 утра не начинали здесь игры. Бесноватые. Так что, в общем, из украшений у меня остались, наверное, только огонечки. И, наверное, как-нибудь еще где-нибудь здесь повешу шарики. Ну, посмотрим. Ну, в общем, теперь дело за повешиванием этой несчастной вытяжки. Уже неделя, наверное, стоит, да? Польская она, Made in Poland написано. Только как-то. Ладно, если я не решусь сама это сделать, я буду звать Дуся, блин. В кадре опять устраиваешь тут непонятно что, порнографию кошачью. Короче, я буду вызывать, наверное, все-таки, чтобы не сделали для роутера. У меня что-то это дилемма. Не то, что дилемма, мне же нужно будет ставить роутер. Вот эту вот хренотень, да, этот шнур, от него избавляться. Надо покупать роутер, делать Wi-Fi, чтобы было в всем доме. Соответственно, мне нужно будет сюда куда-то поставить роутер. А здесь нету розетки. Правда. Соответственно, мне нужно будет звать электрика, чтобы он мне сделал розетку. В принципе, я с ним предварительно договорилась. Мне нужно только ему дату сказать, чтобы он приехал мне сделать здесь розетку. Ну, он же без дрелью приедет. Заодно попрошу его там две дырки сделать быстренько. Ну, вот как-то так. Если сама не решусь, то силы покидают меня. Ремонт этот долбанный. Не хочу ничего делать. И то, что уже не могу. Знаю, что могу. Потому что сама и эту вешала, и еще что-то собирала. Мебель, еще что-то. Ну, не хочу. Не то, что не могу, уже просто не хочу. Не хочу заниматься никакими ремонтными делами. Ну, вот как-то так. Ну, по крайней мере, сегодня настроение такое, кто знает, завтра, может, все будет по-другому. На улице. Красота. Снежная. Дорогу так там нормально не расчистили. Видите? Уже чего, чтобы не разворачиваться, задом выезжает. Ладно. Все, девочки, мальчики, на этом влог закрою. Такие дела. Стою такая, думаю, а что я себя-то не показываю. Ну вот, короче, такие вот, девочки, мальчики, дела. Процесс идет. Процесс идет, процессу дорога. Ой, все. Я пойду, наверное, сейчас почитаю. Посмотрю какой-нибудь фильм. Буду ложиться сегодня рано спать. Потому что сил нету. Вся энергия уходит в работу. Вам отличного дня, хорошего настроения и пока-пока.